Украины за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской республик 55 раз. Есть раненые как среди ополченцев, так и среди мирных жителей. Сводки с юго-востока изучил мой коллега Алексей Казанников. Алексей, приветствую тебя. Возможно, самое страшное, что украинские военные опять применяют запрещенные средства ведения войны. Во всяком случае, об этом говорят ополченцы. Да, Алексей, всю ночь не прекращались обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки и других городов Донбасса. По информации ополчения, силовики продолжают использовать кассетные снаряды, фосфорные бомбы и реактивные системы залпового огня «Град». Где сейчас наиболее горячо, расскажу по порядку. Начнем с Донецка. Под удар в очередной раз попали северные районы города. Киевский, Куйбышевский, Петровский. Массированный обстрел силовики ведут из Авдеевки и Тоненького. За ночь погибли два мирных жителя. Ранения получили 9 человек. Местные уже настолько привыкли к обстрелам, что даже посреди ночи способны определить, каким из запрещенных снарядов на сей раз воспользовались украинские военные. По Донецку опять использовали фосфорные снаряды, судя по всему. И теперь о самой горячей точке последних дней. Дебальцево, так называемый котел, здесь пока не замкнулся. Но определенно армии ДНР и ЛНР делают успехи. Ополченцы практически взяли под контроль больше 10 километров трассы Е-40 на подъезде к городу. И это, по сути, единственная дорога, по которой силовики могут доставить помощь окруженной в Дебальцеве группировке. В ней находятся от 8 до 10 тысяч солдат и офицеров. Напомню, что сегодня утром здесь прекратили огонь, чтобы дать возможность жителям выехать из населенного пункта. Итак, восточнее Дебальцево, у поселка городского типа Чернухина, войска Новороссии окружили 25-ю роту батальона «Киевская Русь». Это сразу 40 человек. Они пытались выбраться из котла на грузовиках и танках. В итоге потеряли несколько десятков человек. Что же касается самого поселка, местные жители по-прежнему находятся практически в заложниках Нацгвардии. Силовики опасаются штурма. В итоге минируют огороды и подъездные дороги. Продолжают страдать жители Горловки. Накануне украинские войска с позиции в Артемовске и Майорске. А вибрация от взрыва в Горловке ощущалась далеко за пределами города. Ополченцы отодвинули позиции Нацгвардии к северу и востоку. Теперь линия фронта находится в районе. Как раз с этого участка Нацгвардия била по Горловке. Однако теперь страдают мирные районы самого Дзержинска. Силовики ведут обстрел из минометов и систем залпового огня. Разрушения в частном секторе. И как минимум один мирный житель получил тяжелые ранения. Да, большое спасибо. Алексей Казанников представил последние сводки с юго-востока.